Вы смотрите новости онлайн. Дима Билан прокомментировал слухи о дорогих подарках от участников проекта «Голос». Недовольные результатами финального голосования, фанаты часто высказывают мнение, что победитель подкупил своего наставника и голоса подтасованы. Дима Билан признался, что ему пытались вручить подарки многие участники. Были просто сувениры и более солидные подношения. Артист вежливо отказывался, говоря о том, что до финала не примет подарки, потому что если «до», то получится взятка. Дмитрий уверяет, что на проекте все было честно. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.